Ну что, всем привет. Это снова я. Мне очень часто задают такой самый-самый популярный вопрос от всех битмейкеров. Стоит ли покупать АК и MPC? Видимо, у всех появились нормальные деньги на это. Потому что штука довольно дорогая. Или стоит продолжать писать на компьютере? Вот сегодня мы попробуем записать целиком трек на АК и MPC. Расскажем именно о ней. Вы посмотрите, как это делается. Поймете, нужно вам это, не нужно. То же самое можно сделать с помощью там MIDI-клавиатуры и секвенсора, с помощью рук, там, ножниц в любом секвенсоре. Ну, на АК это получается несколько по-другому. Приступим. Ну, для начала я уже собрал какие-то там нужные вещи. Вообще, на АК MPC есть тачпад, на который назначается. То есть я, как правило, делаю следующим образом. Сюда я назначаю все снеры, сюда я назначаю бочки. Сюда там хэт и перкуссии, чтобы удобно было набивать. Я, как правило, делаю все это без квантизации. И дальше можно сделать сюда бочку. Ну что, приступим к хэтам. Но здесь уже лучше сделаю все-таки с квантизацией. Можно еще добавить. Я добавляю, как правило, очень много хэтов. Там двое, трое, четверо хэтов. Мне нравится, так гораздо объемнее все звучит. Такие вот фишки, как пробежки, они, например, делаются вот следующим образом. Можно сделать здесь тюн. У нас уже есть бит. И в конце мы сделаем такой выход эффектный. Он будет у нас, допустим, выход на припев. Вот, у нас есть такой выход. Его, в принципе, можно сделать немного потише. Все это делается вот здесь вот в микшере. В АК MPC есть собственный, естественно, микшер, куда без этого. Еще один снэр, давай все-таки добавим сюда. Мне кажется, он тоже не помешает. Я бы сюда еще добавил чего-нибудь такого смешливого. Такие вот подкрики. Но у меня сегодня, к сожалению, нет микрофона, поэтому я уже приготовился примерно к этому треку, и я думаю, вполне можно эти хэй вырезать из какой-нибудь старой песни. Даже не пытайся быть мной! Хэй! 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 Стой! Да! Ну что, сам себя буду резать, не надо авторские платить. Ваш маг нашел, говорит, MPC. Так, ну вот, скинули мы на MPC наш звук. Хэй! 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 Я немного подправил бит. И наши любимые всеми хэй, которые мы давно ждали. Хэй! 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 Я скинул такой вот сэмпл. Вот, довольно популярная вообще вещица. Сэмпл целиком звучал. Вот так вот он звучал. Я его уже разложил по кнопочкам. То есть, здесь у нас этот звук. Здесь у нас этот звук. Вступление. Говно вступление. На! Я понял, чего не хватает в припеве. Ну, здесь, по крайней мере, можно фишку сделать с каким-нибудь известным сэмплом. Наверняка те, кто
кому есть уже под 30, эту песню слышали, отжигали на школьных дискотеках под ним. Точно все готовы? Так, ну что, врубаем. Вот такая нехитрая штука. И можно сейчас перейти на куплет. Так, раскладывают под этот куплет что-то интересное. Всего ли я сделал для вас этот бит? И мы качаем, мы качаем. Вот такие вот биты. Пусть это не самый лучший, но... Кстати говоря, если у вас возникнут вопросы, писать все это дело на АК или писать все это дело в компьютере, я вам отвечу только одно. Пишите там, где вам удобно. Если у вас получается круто и офигенно делать на компьютере, то и не парьтесь, не мучайте себе голову. Софт уже давно абсолютно догнал железо во всем. С вами был Карандаш. Смотрите следующие серии.